Некоторые мужчины носят обувь со скрытым подъемом каблука, чтобы выглядеть выше. Такая обувь может сделать человека выше на 15 сантиметров. Снаружи они выглядят как обычные туфли, но внутри у них есть специальная вставка. Иногда такая вставка приклеена, а иногда ее можно убрать и выбрать нужную вам высоту самостоятельно. Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом и спустя некоторое время затонул, температура воды в Атлантическом океане составляла минус 2 градуса Цельсия, то есть была ниже точки замерзания. Неудивительно, что многие пассажиры не выжили. У некоторых птиц есть ряд щетинок, выступающих по краям век. Эти щетинки, вероятно, можно назвать ресницами. Но если у человека ресницы — это видоизмененные волоски, призванные защищать глаза, то у птиц это видоизмененные перья. У однояйцевых близнецов не бывает одинаковых отпечатков пальцев. Так что, в конце концов, вы не можете сваливать свои проступки на брата или сестру. На отпечатки пальцев влияют различные факторы внутриутробного развития. Положение в животе матери, длина пуповины и скорость роста пальцев. Скорость вращения Земли меняется. Она замедляется прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Это означает, что в среднем каждый век продолжительности дня становится на 1/8 секунды больше. 600 миллионов лет назад день длился всего 21 час. Большинство карт мира неверны. На большинстве карт до сих пор используется проекция Меркатора, которая была впервые разработана в 1569 году. Но этот метод очень неточен и заставляет Аляску выглядеть такой же большой, как Бразилия, в то время как на самом деле она в 5 раз меньше. Что касается Гренландии, то она выглядит в 14 раз больше, чем есть на самом деле. Чтобы карта была точной, она должна быть в натуральную величину и круглой, а не плоской. У муравьев нет легких. Они дышат через крошечные отверстия, известные как дыхальца. У муравья может быть 9 или 10 таких отверстий с каждой стороны тела, в зависимости от вида. Средний цвет Вселенной поэтично назван «космический латте». В исследовании 22 года ученые обнаружили, что свет, исходящий из других галактик, имеет бежевый оттенок, очень близкий к белому, прямо как любимый многими напиток. Есть такое понятие, как отрицательные децибелы. Самое тихое место на Земле — это безэховая камера компании Microsoft в Редмонде, США. Уровень звука в ней составляет минус 26 децибел. Такие камеры строятся из тяжелого бетона и кирпича и ставятся на пружины, чтобы вибрации не проникали в камеру через пол. Бананы радиоактивны. Только не пугайтесь, все не так уж плохо. Бананы богаты калием, поэтому каждый из них немного радиоактивен из-за природного изотопа калия-40. С другой стороны, в вашем теле содержится около 16 миллиграммов калия-40, так что на самом деле вы примерно в 280 раз более радиоактивны, чем бедный банан. И в любом случае, ваш организм избавляется от избытка калия-40 из банана в течение нескольких часов. Прямых линий просто не существует. Достаточно приблизить изображение, и вы обязательно заметите какие-нибудь неровности. Даже луч лазерного света немного изогнут. В чрезвычайных ситуациях рыбы выстраиваются в упорядоченные линии. Например, при эвакуации через узкие пространства в опасных ситуациях косяки неоновых тетр выстраиваются в очередь, чтобы не врезаться друг в друга и не создавать заторы. Ученые считают, что такое поведение означает, что рыбы могут соблюдать правила поведения даже в чрезвычайных ситуациях, в отличие от нас, людей. Бегемоты не умеют плавать. У этих животных большие кости. Они настолько крупные и плотные, что вместо того, чтобы плыть, животные совершают что-то вроде замедленного галопа по дну реки. Бегемоты также могут спать под водой благодаря рефлексу, который позволяет им подниматься на поверхность, делать вдох и опускаться обратно на дно, не просыпаясь. Детали Лего выдерживают сжатие лучше, чем бетон. Обычный пластиковый кирпичик Лего может выдержать вес 375 тысяч других кирпичиков, прежде чем сломается. Теоретически, это может позволить вам построить башню высотой более 3 километров. Но если бы мы решили масштабировать это до размеров дома, цена была бы непомерно высока.
Если вы когда-нибудь отправитесь в космос, то сможете взять с собой йо-йо. В 2012 году астронавт НАСА Дон Петит взял йо-йо на борт Международной космической станции и показал с его помощью несколько трюков. Видите ли, при выполнении трюков йо-йо в основном опирается на законы сохранения углового момента. И если держать струну натянутой, то эти законы действуют и в условиях микрогравитации. Существует теория, утверждающая, что мы потеем, когда испытываем тревогу, чтобы предупредить мозг других людей об опасности, которая заставляет нас испытывать беспокойство. Сканирование мозга показало, что когда вы нюхаете пот, выделяемый паникующим человеком, загораются участки мозга, отвечающие за эмоциональные и социальные сигналы. А когда вы испытываете тревогу, ваша симпатическая нервная система вырабатывает гормоны, в том числе адреналин, который активирует потовые железы. На Венере есть радуги, и они называются глориями. Глория выглядит как серия цветных концентрических колец и возникает из-за интерференции световых волн внутри капель, а не из-за процесса отражения, преломления и рассеивания света, которые приводят к появлению радуги. Протоны похожи на бублики, сферы, арахис и мячи для регби. Другими словами, протоны бывают разных форм и размеров. Их внешний вид меняется в зависимости от скорости кварков, более мелких частиц внутри них. Если смотреть на Луну, находясь в южном полушарии, она будет казаться перевернутой вверх ногами, а человек на Луне будет больше похож на кролика. Вы будете помнить больше своих снов, если будете плохо спать и много раз просыпаться в течение ночи. Также вы с большей вероятностью запомните свой сон, если кто-то или что-то разбудит вас в его середине. Собаки наклоняют головы, слушая людей, чтобы эффективнее определять знакомые слова, такие как «гулять». Это также помогает им лучше понимать тон вашего голоса. Существует также мнение, что если собака не часто наклоняет голову, это потому что она больше полагается на зрение, а не на слух. Зеркала, направленные друг на друга, не создадут бесконечных отражений. Каждое следующее отражение будет темнее предыдущего и в конце концов станет незаметным. Зеркала поглощают лишь малую часть энергии, падающего на них света. Таким образом, общее количество отражений, которые могут создать зеркала, составляет около нескольких сотен. Вы можете почувствовать запах муравьев, поскольку многие виды этих насекомых выделяют сильно пахнущие химические вещества, когда чувствуют угрозу, злятся или когда их раздавливают. Муравьи-ловушки выделяют шоколадный запах, когда их раздавливают, а муравьи-цитронеллы пахнут лимоном, когда им что-либо угрожает. Жирафы гудят, когда хотят пообщаться друг с другом. Исследователи считают, что это низкочастотное жужжание может быть формой контактного зова между особями, которые были отделены от своего стада. Оно также может помочь жирафам найти друг друга в темноте. Но что самое интересное в этих великолепных животных? Некоторые ученые считают, что они еще и разговаривают во сне. И еще одна интересная история о марафонце, которому потребовалось более 50 лет, чтобы закончить забег. Японский марафонец Сидзо Канакури был выбран в качестве одного из двух спортсменов, которых Япония могла отправить на Олимпийские игры в Стокгольме в 1912 году. Но Канакури неожиданно исчез прямо во время марафонского забега. Оказалось, что после тяжелого 18-дневного путешествия в Стокгольм, сначала на корабле, а затем на поезде, мужчина был измотан. Во время забега он остановился, потому что его состояние просто не позволяло бежать дальше. Спортсмен наткнулся на близлежащую вечеринку, где выпил апельсинового сока и остался на некоторое время, чтобы восстановить силы. Позже Канакури был настолько смущен своим провалом, что вернулся в Японию, не предупредив никого, включая официальных лиц соревнований. Шведские власти считали его пропавшим без вести в течение 50 лет, прежде чем узнали, что он мирно жил в своей родной стране. В 1967 году спортсмену предложили завершить его забег. Он согласился. 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 32 минуты и 20,3 секунды спустя после начала гонки он завершил марафон. Это было долгое путешествие. По пути он женился, у него родилось 6 детей и 10 внуков.